На Тотском военном полигоне подорвался мужчина. Как сообщают в Следственном комитете, трагедия произошла накануне на бывшей площадке утилизации боеприпасов недалеко от села Тотское-2. Жители Сорочинска, 36-летний мужчина и его отец специально приехали на полигон, чтобы собрать снаряды и потом сдать их скупщикам цветных металлов. Однако пренебрегли собственной безопасностью, снаряд сдетонировал. Отец собирал снаряды по полигону бывшему и приносил их сыну. Последний проводил необходимые работы. В момент происшествия пострадавший сбивал поясок с артиллерийского снаряда, используя инструменты и ударяя молотком по самому снаряду. Значит, через некоторое время отец пояснил, что услышал хлопок, то есть артиллерийский снаряд сдетонировал. Мужчина получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. 36-летний мужчина погиб на месте, его отец не пострадал. Следователи отмечают, что на данном полигоне боеприпасы разбросаны буквально повсюду, что и привлекает так называемых сталкеров. В частности, погибший и его отец неплохо на этом зарабатывали. За одну поездку мужчины могли привезти домой до 10 тысяч рублей. Стоимость 1 килограмма лома цветных металлов на рынке составляет 600 рублей. Между тем, подобные трагедии на бывшем полигоне под Тотском случались и раньше. Остается неясным, почему военные так халатно отнеслись к своим бывшим владениям и не вывезли боеприпасы. Правоохранители намерены сообщить об этом факте в прокуратуру.